пахнет жареным. Сейчас посмотрим. Бля, Гаургура. А, не, это не тот чел. Надзумикан. А что там, с Наруто сбежал? Your fusion shield is now active. Захват точек, блин. Capture the points to gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base. Такс. The battle for Birmingham power station has begun. Че, дальше сразу на дальнюю побежим? Со стороны побежал. Окей. Ко мне на мидбот пришел. Captured the point furthest from your base. You have captured the point nearest to your base. You have captured the middle point. А, он, да, чейнганы уже понерфили энергопотребление. Так, дальнюю точку пробую отбирать. О, какие они слепые, боже мой. А, мне не дадут добрать дальнюю точку, но я, по крайней мере, смогу... Это просто сдерживай. Да, да, я этим занимаюсь. Кто-то пошел на этот... На центральную? Да. А, вижу. The middle point is under attack. Так, я знаю, что это за крафт, он такое говно. У кого именно? У Гаургура, это эти всратые сани с рельсами четвертыми. Окей. Так что они, по сути, сейчас 4. 3.5 в 5 играют. Задам тогда логичный вопрос, а почему тогда фиговые крафты обладают популярностью? А, интернет. В интернете всякое говно тоже популярностью обладает. Аргумент. Ладно, я опять поперся на дальнюю точку, которую мне, скорее всего, особо не дадут забрать. Ага. Да, что-то вроде того. Ксай просто этот, Жак 7TT, перелогиньте, на самолете играть. The middle point is under attack. Так, иду на центральную. Ага. Медленно и уверенно. Я бы теперь вернулся. Татошка, держись! You have captured the point. Ух ты, мы все держим. Классно. Навалять что ли в базе? Ай, ну, похоже, у нас есть нормальная разница. Это радует. Я сейчас останусь без пушек на миду. Все, меня убили. Но у нас сейчас будут дальнюю точку отбирать, если что. Я поспариваю какое-то время, но очень недолгое. Я пока игру порежу. Там уже нечего резать, не? Ну, как я все порезал. The point furthest from your base is under attack. Нет, ну мы как-то дико оторвались. 43% 0. Не стоит расслабляться. Согласен. Сейчас они вспомнят, из какой они страны, секунду. The enemy has captured the point furthest from the base. Да, и гайку побольше найдут. Protonium imbalance detected. A protonium. Они, скорее всего, на нашу ближнюю пойдут. Я на миду останусь. Не, на этой. На средний один. А, походу на среднюю пошли. Двое. Трое. И... Значит, я не зря пришел на среднюю. Это хорошо. Your annihilator has charged to 50%. Protonium eruption. Ладно, мне что-то пушки нету, надо пойти похилиться. Да, что-то кубик этот маленький, но додошка его съедает. Кубик почти. Прям очень маленький, мне он даже нравится. Да. Ай, ребят, средняя точка. Против меня он все равно ничто. На моем кубике. Кирпич отбросила. Хотя он все равно не твой. Я знаю. Кирпич оспаривает точку. Кирпич, я тоже оспариваю, сейчас отправлюсь куда-нибудь отсюда. The middle point is under attack. Все, больше не оспариваю. Окей. Судя по звукам, оно что-то пошло, да? Погодите, у нас в пати сколько тесел? Три. Да. Хотя, наверное, правильнее было бы сказать 2.5, но это детали, да? Я хотел уже это сказать. Так. Окей. Ну чё, щеманул на дальнюю, наверное. На ядро они почему-то не бросаются. Странно, наверное, разрыв. Нет, ну с таким разрывом смысл еще может быть. Им нужно точки отбирать.
Это понятное дело, но если как бы это... Они берут точки и не удержат, то это все равно будет луза. Меня тут трое опять на лиду, я умер. Я ничего не сделал, мне все подбивали. Да. Двое идут на дальние двое. Окей, идем встречать. Встречать идем. Брик. Ой, здрасте. Как ваше ничего? Ой, все, без пушки остался. Грустно. Кирпич будет оспаривать дальнюю точку. Это все, что я могу сделать. Я уйду. Помянем тебя. Ага. Да. Это лучшее, что мы можем сделать. Да. Спасибо. Помним, любим. И как нам еще? Что не мы идеологи. О, еще и базу им задушили, нормально. Я не знаю, в такой ситуации, возможно, даже АФК всей пати может обеспечить победу. Нет. Нет? Спорно? Very. Окей. Так, раз не, вы... я начинаю догасить. Ну раз так, пойду на дальнюю точку еще раз. Пойду. Хотя мы, походу, и так затащили. Ну просто задушили, если честно, вражескую пати с точками. The middle point is under attack. Protonium imbalance detected. A protonium eruption will occur in 30 seconds. Наверное. Ага. Annihilator fully charged. Firing weapon in 3, 2, 1. Victory! Так, хорошая игра. Это тот самый бой, где Дригамор добил больше меня. Ясно?